Добрый день, уважаемые подписчики, друзья и гости канала. Есть вот такой станочек 1А616. Пришла мысль изготовить к нему фрезерную приставку. Станок относительно жесткий, и закрепив в рессодержателе саму приставку, я думаю, что она вполне может работать. Поискал у себя на металлоломе подходящие моему проекту детали. Прежде всего, нашлись вот такие вот пластины стальные, 13 мм толщиною, сантиметров 30 длиною и где-то 15 шириною. Думаю, как основа подойдет. Такие вот тисочки, которые можно использовать для крепления деталей. Они стальные, соответственно, их можно будет наварить или накрепить на само приспособление. Винт. Винт от мотоблока, который опускает или поднимает фрезу. Он мне не нужен, поэтому вполне могу использовать. Также к нему есть гаечка к этому винту. Вот здесь она есть, мы потом ее туда вытащим. Ну и всякие валики, которые будут как направляющие использоваться. Ну, в процессе будем смотреть. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что сама конструкция будет иметь высоту около 20 сантиметров. Резьбовая часть вала 20. Здесь будет проточка под втулочку. Здесь она уже есть. Будет изготовлена. Соответственно, с этой пластинкой мы отрежем 20 сантиметров. Это будет основа, на которую закрепится вал. На двух пластинках. Снизу и сверху. И, соответственно, одна и вторая направляющая. По направляющих, по проточенных направляющих будет скользить втулочки, которые изготовлены из какого-то вала. И уже на них и гайка здесь, и уже на них буду крепить тиски. Решил немножко изменить конструкцию. Вначале думал поставить вот этот прутик на направляющие, но он немножко коротковат. Где-то 3 сантиметра не хватает. Поэтому принял решение использовать вот этот ломик в качестве двух направляющих. Проточу сейчас его под размер где-то около 20. И посмотрим, что из этого получится. Для начала обрезаем торец ломика. Отрезали. Выдвигаем на нужное расстояние. Это порядка 270 миллиметров.
Итак, есть один вал. Материал очень твердый. Интересно такой. Отрезаем приблизительно такой же валик. Точно здесь особой длины не нужна, но приблизительно. Вот и все на сегодня. Два валика у нас есть. В настоящее время мы имеем две направляющих, диаметр 20 миллиметров, длина 250. Они будут стоять на вот этой, на этом основании, и посередине винт, который будет поднимать или опускать пластинку. Изготавливаем втулочки под валы. Сверлим отверстие. Отлично. Отрезаем нужную длину. Так, мы имеем направляющие валы с тулочками, имеем гайку. Китайцы сделали даже без люфтов. Так. Следующая операция. Это изготовление верхней и нижней пластин с отверстием под валы и под винт. Но это уже будет
следующее видео.